Краснодарцам надоело смотреть вот на это здание. Все дело в барельефе в самом центре города. Речь идет о помещении позапрошлого века. Это объект культурного наследия. Над оконными проемами дома, давайте рассматривать поближе, расположена лепнина в виде женских голов. Так вот, одна из них не соответствует никаким стандартам красоты. Об этом пришлось даже написать в Российскую академию художеств. Горожане просят избавить их от необходимости любоваться на такое произведение искусства. Вот что говорят. Ну, они как-то нос сделали огромный. И щеки сделали огромными, конечно, да, это странно. Я считаю, что администрация города должна сделать ремонт, потому что деньги, я уверена, в бюджете есть для того, чтобы реставрировать исторические памятники. И культуру подсоединить сюда надо. Письмо в Российскую академию художеств написал краснодарский скульптор. Вот, посмотрите, с правой стороны мы сейчас видели как раз тот барельеф, о котором речь идет. Так вот, скульптор предполагает, что изуродовали барельеф еще советские реставраторы. Он надеется, что теперь найдутся, ну, может быть, не бюджетные деньги, но хотя бы меценаты каким-то образом помогут. Ну, это просто уродует здание. Уродует здание. И есть какой-то момент циничной насмешки над архитектором, над художником, над памятью этого здания. Все озабочены этой проблемой. Она, к сожалению, не только у нас. Она, к сожалению, в очень многих городах. Даже в Москве и даже в Санкт-Петербурге.